Литербок 2. Казарма с часами. В кадре вот здание видно. Литербок 2. Ориентир с правой стороны. Объекты 17-го отдельного танкового батальона. Сейчас тут, конечно, нет этих объектов. Сейчас здесь солнечные батареи. Парк солнечных батарей. Он жилой дом. Справа от этого дома медсамбат был. Потом сюда, в правую сторону, также правее казармы этого батальона и другой части, вот сюда, в эту сторону, были объекты. И тут же в правую сторону парк боевой техники. Вот мы развернулись, вот здесь парк боевой техники был. Сейчас солнечные батареи. Еще можно сориентироваться. Вон просматривается водонапорная башня. Вон она. Там стадион рядом, с левой стороны. Пройдем. Пройдем здесь вдоль казармы. Казарма, здание казармы это приобрела собственника. Сейчас собственник есть, частное лицо. Будет пристроено. Вон еще раз на этот дом, который виден хорошо. Жилой дом. И сейчас он жилой. Был жилым. Жили семьи офицеров и прапорщиков, проживали. Левое крыло здания, если так смотреть, разрушено, вот останки. Здание. 25 октября сейчас, сегодня, 16 часов, 15 градусов тепла. Хорошая солнечная погода. Осень. Единственное, что красиво и хорошо, что это от цвета осени. Вон мелькает здание. Во всех помещениях здания мы с вами были. И не один раз. По всем этажам ходили. Это поезд проходит. Тут не очень близко ЖД линия, но вот слышно. Наверное, все слышали и ранее. Поезда проходили. Там еще и мост, который под ЖД. А тут второй этаж разрушен. Первый. Целище. Да, я уже говорил, что уже собственник есть. Здание будет перестроено, будет жилой дом. Квартиры здесь будут. Так же, как следующее, это здание большое, казармы, вот так прямо. Здесь было столовое, столовое сейчас нет, и дальше здание казармы, которое сейчас жилой дом. Примерно так же будет. Здесь. Вот вход. Это центральный вход или основной. Бойцы говорят, что мало пользовались этим входом. С той стороны в основном был вход-выход. Но мы здесь ходили с вами, потому что вход противоположный, вход там засыпано сейчас полностью. Неоднократно начинали слом этого объекта. Потом останавливались.
здравый смысл все-таки преобладал. И снесено не будет это здание. В правую сторону посмотрим. Под ногами лишь какая. Да, хода нам нет сюда. Но мы были, да, были, поэтому мы туда не стремимся. Ну, зайти можно, как видите, вон, окна открыты. При желании зайти можно. Можно. Вход покидаем. Он сейчас за спиной. Ну тут на велосипеде, вот мы уже заметили его. Мы были сегодня уже до обеденного времени были в госпитале. И воспользовались этой погодными, хорошими погодными условиями. И побывали здесь. У казармы. Часами и турбок 2. Вот тут включились вентиляторы, видимо, тут что-то оборудование охлаждается, загудело. Вот тут вот вон белое здание небольшое. Я упоминал, с левой стороны столовое здание, столовое. Оно было снесено сразу после нашего ухода. Там что-то было. Плохо выглядело оно. Видимо, ремонт надо было делать вовремя. Вот так, на углу дальше было столовое. Здание столовой. Мы оттуда идем. Вон там начали видео. Тут велосипед ухода. Вот с левой стороны столовая, которой нет. Вот сюда, если пойдем налево, там будет здание караульной службы. Вон просматривается. Так прямо и чуть правее. Столовая вот здесь. А вот здесь казарма, которую мы сейчас посмотрели. Вот. Видно вон там верхушку. Крышу видно. Вот так видно. Частично обрушилась уже. Ну и так дальше, если пойдем, пойдем. Там как раз будет казарма, которая сейчас жилой дом. Мы туда не идем. Вот так вдоль заборчика, которого, конечно, ранее не было, туда пройдем в расположение отдельно 17-го отдельного танкового батальона. Там были казармы. И там же медсамбат чуть левее. Здание медсамбата. Фото, видео у нас есть до сноса.
Мы успели кое-что сделать. Медсамбат и другие объекты запечатлены. А другое дело, что мало кто просматривает. Да, это другое дело. До свидания, до новых встреч. Петербург 2.